Булгур с мясом – прекрасная альтернатива привычному плову, готовится очень быстро и просто, получается вкусное и сытное блюдо для семейного обеда или ужина. Не знаете, что приготовить на обед или ужин, а привычные блюда уже поднадоели? Приготовьте булгур с мясом, это быстро и вкусно, обязательно добавьте курагу или изюм, это создаст необходимый пикантный вкусовой градиент, смотрите пошаговый рецепт и готовьте разнообразно и с удовольствием. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты. Обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук и морковь, натертую на крупной терке или порезанную тонкими брусочками. В конце обжарки добавьте мясо, порезанное мелкими кусочками, продолжайте обжаривать. Когда мясо слегка подрумянится, всыпьте булгур, посолите, поперчите, добавьте промытую курагу или изюм, влейте воду в соотношении 2:1, накройте крышкой и тушите 20-25 минут до готовности. Вкуснее тем, кто подпишется. Подавайте булгур с мясом, при желании посыпав зеленью, отлично подойдут к такому блюду овощные закуски, кетчуп, получается вкусное и сытное блюдо, которое под силу приготовить любой, даже неопытной хозяйке. Ставим лайк и подписываемся. Обещанный список ингредиентов. Булгур, 150 грамм, 75 грамм на одну порцию. Мясо, 200 грамм, любое. Лук, 0,5-1 штуки. Морковь, 1 штука. Курага, 5-6 штук, или изюм. Масло растительное, 2-3 столовые ложек. Вода, 300 мл, в соотношении 2:1 к весу булгура. Соль, 2 щепотки, или по вкусу. Черный молотый перец, 1 щепотка, или по вкусу. Количество порций, 2. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Еще увидимся.